В день ракетных войск и артиллерии и одновременно в годовщину образования Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в 8-й школе поселка Садового прибрежного сельского поселения прошло совсем не рядовое мероприятие. Оно вызвало очень большой интерес у школьников. Подробности в следующем репортаже. День ракетных войск и артиллерии был установлен в знак признания заслуг наших военных в деле обеспечения обороны государства. Именно в этот день, 19 ноября 1942 года, началось победное контрнаступление Красной армии под Сталинградом. Праздник призван способствовать развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы. В этот же день было образовано Всероссийское общество ветеранов «Боевое братство», одна из основных задач которого – организация патриотического воспитания юношества. И далеко не случайно торжественное мероприятие, посвященное этим памятным событиям, было проведено в 8-й школе поселка Садового прибрежного сельского поселения. Здесь есть прекрасные традиции постоянной работы по воспитанию настоящих патриотов. Проводятся мероприятия, спортивные мероприятия, патриотические мероприятия, мероприятия, посвященные, значит, работе с оружием. Наши дети чтят наших ветеранов. Поэтому это, конечно, похвально, приятно, особенно сегодня. Мы в повседневной жизни хорошего друга и товарища называем брат. А боевое братство, наши дети уже должны понимать, что в бою бывают те же братья, которых надо защищать, которых надо поддерживать. Учащиеся школы недавно стали призерами краевого конкурса сочинений на тему «Россия – страна миротворец» и выиграли грант от «Боевого братства» на поездку в город-герой Волгоград. И совсем недавно учащиеся нашей школы смогли посетить город-герой Волгоград, увидеть святые места, те места, где были кровопролитные бои. Все это было организовано региональным отделением «Боевого братства». Эта поездка произвела неизгладимое впечатление на ребят. Они смогли приобщиться к памяти великих подвигов дедов и прадедов по защите Отечества. Прекрасные стихи читали школьники перед всеми собравшимися. Я верю в то, что выстоит Россия и отряхнется от чужого зла. Пред нами все враги сейчас бессильны. Россия всех сильней всегда была. Все, кто нападал на нас, сдавались. Кто зло таил, бежал вовсе прыть. Россия за судьбу свою сражалась, и нас никто не мог остановить. Нас многие оружием пугали, и многим нас хотелось погубить. Мы выстоим, чего бы то ни стало. Россия есть, жива и будет жить. Воспитанник военно-патриотического клуба «Юный десантник» Кирилл Мартын поздравил ветеранов вооруженных сил с праздником. Поздравляю вас с днем ракетных войск и артиллерии. От себя лично, от всех воспитанников военно-патриотического клуба «Юный десантник» мы желаем вам успеха в профессии, личной жизни, здоровья и мира. Спасибо вам, артиллеристы, и всем ракетчикам страны. Герой России Виктор Маркелов отметил огромную роль артиллеристов и ракетчиков в российской армии. Без них невозможна победа над неприятелем. Но без артиллерии, я вам скажу откровенно, и ракетных войск, сухопутных войск, ни одна победа на земле не может достигнуть. Это люди очень убежденные в своей правоте, это очень грамотные люди. Есть такое понятие штурмана, люди, которые всегда знают, где они есть, куда идти, куда попасть, в какое время. Жизнь требует активной жизненной позиции от каждого, и воспитание в духе патриотизма – это просто требование времени. Вы делаете огромное великое дело. Воспитание патриотизма сегодня, любви к родине, юношей и девушек, это наше будущее с вами, я так думаю. И, наверное, не ошибусь. И сегодняшнее мероприятие, оно еще раз показывает, насколько это необходимо,
За вклад в развитие ветеранского движения и содействие патриотическому воспитанию молодежи благодарности были вручены многим из собравшихся – учителям, ветеранам, представителям местной власти. Председатель Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» обратил внимание всех на важность работы с юными. Мы видим, как воодушевлены сегодня дети. Мы видим, что здесь, именно в сельской школе, проводится огромная работа по воспитанию молодежи. И самое главное, мы показали всем, что нам надо быть вместе. Сейчас как никогда надо объединиться все вместе и доказать, что Россия была, Россия есть и Россия будет. Выступления участников торжественного мероприятия и концертные номера создали неповторимую атмосферу воодушевления и сопереживания. Мы служим отчизне, мы служим державе, не ради наград и не ради чинов. Мы граждане стали бою, и снова зовет нас собраться, зовет нас собраться в едином. Сейчас, как никогда, очень много значит хороший пример. Юношеству нужны верные нравственные ориентиры, и они их находят, сверяя свои мысли и поступки с жизнью самых достойных. Им есть кем гордиться и с кого брать пример. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».